А перед просмотром видео не забудь подписаться на канал Шаман Бум. Парень делает реально крутые ролики, эксперименты петарды, тесты петарды, обзоры. В общем, много-много разной пиротехники и классных видосиков. Ребят, подписываемся, ставим лайки и не забудьте нажать на колокольчик, друзья. Я уже подписан, а ты? Теперь я шериф этого города. Помойная крыса. Сказочный долбоеб. Это шутка, друзья. Всем привет, с вами Оптимус, друзья. С наступающим вас Новым годом. Сейчас будет видос про обзор петард, где я пошел в свой ближайший магазин. Вот, и затарился там, ну, небольшой кучей такой тоже петард, друзья. Так что влог будет начинаться, ну, то есть обзор будет начинаться с того, что я пойду в магаз сейчас и буду смотреть и затариваться. Старый, обросший, не подстриженный. Ну ладно, к Новому году 31-го я обязательно подстригусь, побреюсь. Это все будет в влоге. Я надеюсь, что я его сделаю все-таки. Вот, а сейчас смотрим видосик. Ну что, друзья, пока мы идем к фейерверке. Вот он, магазинчик мой, в котором я сейчас буду затариваться. Другой магазин. Магазин фейерверков, друзья. Ну что, друзья, вот чем я закупился в этом классном магазинчике. Значит, у нас батарея 49 зарядов Линкор, пирокаскад от фирмы. Я надеюсь, она будет у нас крутая. Почему здесь она и будет у нас крутая, ребят? И вот еще полностью, вот он, заказ готовый. Здесь у нас лежит, друзья. Взяла Фудзияму. Некоторые у нас слышали о ней. Она крутая у нас тоже. Ну, классный эффект и очень-очень долго горит. Также фонтан Арлекин FT-3001, вот такой вот. Потом снайпера взял, вот такие петарды, 6 штук. Тоже очень мощные, классные петарды. Также небольшой фонтан от Joker Fireworks. Не смотрите на то, что он маленький, он очень прилично играет красками, классно искрит. Также у нас есть, также всем известная, это, по-моему, Баба-Яга, да, ребят, Баба-Яга это. Вот, так, эффект хлопок у нас А1040, Галактика. Вот такие у нас, также большая петарда
Хэллоуин, смотрите, даже в руку не вмещается. Просто жесть. Также Корсар 8, но взрывается он не как Корсар, наверное, как Корсар больше, чем 12 и помощнее. Тоже от Пирокоина, ПКЗ 0080, фитильная. Также я взял поприкалываться там Катюша, 100 залпов. Корсар Шутиха, 100 штук в упаковке. Также П-1000, 1001, по-моему. Да, П-1001, друзья, упаковочку. Такая упаковка. Тут три разрыва, если что. Потом дальше упаковочка наших Crazy Robot. Упаковка П-2000 от Максим. И, друзья, вот такой вот красный дракон, набор классных ракет. Р-323, 12 штук в наборе, друзья. Все было. Ставим мне лайки, подписываемся на канал Space Optimus. Всем удачи, всем пока. И тебя в конце, Макс. Пока-пока.